На этой фотографии все ветераны, которым по 70 лет. Мой дед до сих пор на костылях, потому что осколок с ноги так и не смогли убрать. Это второй мой дедушка, Зитонов Иван Семенович. Он тоже был на войне, но, к сожалению, в 44-м он погиб. Рассматривая фотографии старинные, я узнаю, как наши герои сражались за нашу Родину. От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы, которая подарила нам мир и свободу. В этот день мы выражаем глубокое уважение ко всем героям, которые приближали этот день как могли. Хочется пожелать счастья, здоровья, с праздником вас!